Я думаю, не может, а точно. Жрец стоит. И вот здесь глубина как бы сантиметров 30. И ходит карась. И не видно. Наверх не выходит. Так, что у нас 20-е, 23-е загрузилось, вот 22-е, еще два видика загрузится и нормально. Ха, а на донке нифига не хочет, а вчера на удочку не хотела, а у мужика на донку шло. Фигово, что у меня одна удочка сегодня. Так бы на две, может, вариантов больше было поймать. Попробую еще дальше кинуть. Туда он. Вот сюда куда-нибудь вот так. Оп. Закинуть вот так удочку поставить. Пускай стоит там. Место такое интересное, вот травы нету вообще, вот видите, как карась любит траву. Тут нету такого, ни мудореза, ничего. Ни кувшинок каких-нибудь там, ни камышей. Обычное открытое место. Он сыграл, видите, вот, спина появилась прямо, вышел. А время у нас 5:16. Ну, кто маленько в местности ориентируется, тот поймет, где я нахожусь. Но я думаю, те, кто ориентируется, до моего видео не доберутся. Даже в этот год. Попробую подтянуть вот так сантиметров по 30, подшевелить, может быть, что и подойдет на такое вот движение. Ну, получается, 1-2. Удочка лидирует. В отрыв пошла. От спиннингов ушла. От трех спиннингов. Это вообще. Удочка обыграла 3 спиннинга. Соответственно, делается какой вывод? Здесь у меня крючок подвешен. До дна не достает. Поплавок стоит. А здесь у меня лежат крючки. И не факт, что их находит карась. Крючки с червями. Видите, видите, видите? Видите, поклевывает?
Поклевка, поклевка, поклевка. Сейчас проверим. Ну это карась. Давай, айда. Ага. Давай тебя подниму, подниму, подниму. Хопа. Айда сюда. Ай-яй-яй, ты куда пошел? Друг, друг, друг. Ну вот этот как первый. Классный. А, губа, видите, уже почти оторвалась, друзья. Почти оторвалась губа. Почти оторвалась губа. Вот. Вот еще чуть-чуть, все, вот так оторвалась она. Так, а сейчас мы оденем, наверное, еще червячка. Пускай потолще будет. Пускай потолще будет червячок. Я думаю, что они его не сразу замечают, этого червя. Ну, в смысле, может и замечают, но им проще перловку пожрать, чем вот этого червя, блин, походить, поискать маленького тоненького дрища. Сейчас проверим. Вот сейчас мы его вот так оденем. Кстати, у мужика, у того вчерашнего, у него крупнее червяки были все. Прям вообще крупные были. Вот. Гамму бабахнули сейчас. О, видели? Только кинул. Пошел, 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 пошел. Давай, 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 давай. Айда. А, хуй. Вот только кинул. Соответственно, это что значит? Это значит то, что нам надо спиннинг сюда кинуть. Видите, опять начинает вести. Потихонечку ведет. Так, давайте перезабросим поглубже. Поглубже сейчас перезабросим. Вот туда, вот так. Оп, вот сюда, ага, вдаль. Там поглубже и получше, наверное. Ближе к берегу сильно не это. Не поклевывает. Вот у нас уже 4 карася есть. Нормально. Угу. Подшатнул он его. Сейчас, поплавок-то. Ага, опять начинает. Ну как-то слабо. Попробую поближе подтянуть. Вот где у нас прикормка. Вот сюда куда-нибудь. Вот так положим сейчас. И посмотрим. Угу. Вот на прикормке уже тупнул разок. Ну как-то неохотно. Может просто проплыл, задел леску. Попробовать подтянуть еще поближе, на метр где-нибудь. Ну, это я уже, наверное, поболее подтянул. Здесь вот так сейчас хоп поставим. Здесь поставили. Сейчас здесь подтянем столько же.
здесь подтянем поближе. Так, перезаброс удочки. Удочка не хочет у нас тут наяривать, работать. Бросим ее сюда. Так, что у нас, видите? Видите, загрузились. 20, 23. Ну, перестало что-то клевать. Сейчас клюнем, клюнем, говорю, кинем вот сюда. Проверим.